приветствую на канале Asmode Play. Мы играем Call of Duty 2. И сегодня 3 ноября 42 года, 4:30. Эль Аламео, Египет. Или Эль Аламейн. Операция «Сверхброс к северу Египет» в линии брон Эль Аламейна. Мы все-таки правильно. Так. Помогите прорваться через оборону. Так, пока вроде нормально идем. Еще падла, кто за них хочет помирать. Че? Стреляют. За танками, так за танками. Как скажешь? Как скажешь? Танки, танки, танки. Че, так утро, что ли? Да, утро начинается не с кофе. Берегись, минное поле! Никого не вижу там. Никого не вижу. Так. Мне кажется, мы не так идем. Или так вот. Ой-ой-ой-ой-ой. Я что-то натворил. Идем вперед! Идем. Так, где еще? Почти пришел. Да. Ну, и что дальше? О-о-о-о-о-о. Кого? Странно. Получил. Так. Бам. А ты где? Подожди, порядок. Аптечки мне не нужны, это из первой. Из первого Call of Duty. Аптечки такие были. Мне они сейчас не нужны. В этой части. И... Давай. Веди меня к траншее. Идем вперед.
Ё-моё. Вы вступили на минное поле и подорвались. Так а где поле-то нет? Давай, веди. Прась. Куда нам? Ай-яй-яй-яй-яй. Понятно, куда. Где еще остальные? Так. Кто стреляет по мне с такого-то расстояния? Господа, вы не туда идете. Ой-ой-ой. Так. Где ты? Прекрасно. Все? Пойдем в казарму. Так, пора менять. Все меняется, когда приходят они. Так. А что вы не идете? Сыкотно. Выходим, пробегаем. Так, что надо сделать? Захватить вражеский пост. Я быстро сообщаю. Молодцы, ребята. Неплохой урок Роммелю. Ну? Что дали-то? Продолжение. 6 ноября 1942 года.
Уже плюс 21, потеплело. Начало конца. Конец начала. В конце концов, среди концов, ты наконец найдешь конец. Так что ли? Как? Я не знаю, как это еще. О, у меня опять винтовка. Ну что, мордатый? Эй! Хочешь дулу лизнуть? Сейчас ширинку расстегну, лизнешь. Это, по-моему, вообще баба. Он очень похож на бабу. Страшную бабу. Ну, господи, каски такие. Котелки. Кто вам их клепал? Так, танка мы лишились. Так, мираж. Мираж, нет, нет. Кончились хихоньки да хахоньки. Война уничтожит расчеты немецких береговых орудий. Ой, я в этом городе в снайпере воевал. Че, одни города, что ли, тогда? Какой снайпер-то был? Второй, третий. Первый, по-моему, первый снайпер был. Тихо. Мечи эти. На войне ты либо побеждаешь, либо проигрываешь. Да, блин, все на хорошо, блин, я на автомат не переключился. А кто бросает гранату, кроме меня там? Вот и все. Так. Здесь все чисто. Отлично, Дэвис, со мной должок. Прекрасно. Бум. Ни хрена, ты мою гранату выбросил. Падла. Тихо, 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 тихо. Спокойно. Еще. С чего бы домовую-то? А я в кого буду стрелять? Пулемет. Так. Эркешос!
Спокойно, спокойно. Дайте сигнал кораблям при помощи радиопередатчика. Ну да. Воу, воу. Да. Прекрасно. Найди документы в немецком штабе. Подожди ты, укрытие. Минутку, минутку, не спешите. Блин, так можно было и не кидать тогда дымовую-то. Дымовые-то можно было и не кидать. Я бы тогда хоть видел бы. Ой-ой-ой-ой-ой. Не мог-то. Берегись, граната! Все. Я вон. Подожди и прикройте. Я не хотел бы один воевать здесь. Так, перезарядим. Вот так. Найдите капитана Прайса и присоединитесь. Блин, Прайс этот грёбаный. Потеряшка. Где ты можешь быть? Выхода нету? Выхода нет. Так. Отжать не надо, спасибо. Здесь раненый. Так, это наше. Чуть тебя не пристрелил. Отлично. Как вы хорошо ориентируетесь на местности. Ладно, здесь мы закончили. Отлично поработали, ребята. Так точно, я выпью за это, сэр. Ну, давай, следующее задание. Ливия, 43-й год. Ливия, 1943 год. Британские танки «Крусейдер» уже второй год несут службу в североафриканской пустыне. Танковая война в пустыне оказалась трудной для обеих сторон. Облака песка и пыли, которые поднимаются в воздух при движении техники, значительно ухудшают видимость в бою.
Передвижение по песчаным дюнам также затруднено. На просторах ливийской пустыни слишком мало различимых ориентиров. Пушки крусейдеров менее дальнобойны по сравнению с немецкими. Из-за этого союзники вынуждены применять опасную тактику быстрых массированных ударов. Ничего страшного. 14 января 43 года, 9:30 Ливия, плюс 23 вечер. Внимание! Гонцы впереди за холмом! Джентльмены, там... вы знаете, что делать! Потом самолет еще, наверное, будет. Дальше нас! Нам нужно быстро вступить в ближний бой! Идем клином! Как подойдем поближе? Отрезаю ублюдков и бей их! Понятно. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Что там смотреть, кого разглядывать? Командиры экипажей! Доложите готовности! Лига 1 готов! Изи 1 готов! Всем 1! Мы готовы! Готовы! Вперед на полной скорости! Удачи, парни! И-и-и-и-и-и-и-и! Так, так, так! Парам-пам-пам! Тарам-парам-парам! Господи, кто-то кричит, кто кричит? Паникеры. На выход. Следуем, следуем. Именно за ним мы и едем. Но это же хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Сюда. Прямо перед нами. Где? Прямо перед нами. Попали, тихо. Интересно, а он лечится, нет там? Тихо, тихо. Еще один перед нами! Давайте держаться ближе, господи! Спасибо, приедем! Давай! Еще один слева! Мы должны исследовать маршруту! Где-то... Так, последний танк остался, давайте. Блин. Вот он, вот он, вот.
Есть. Повторяю. Все к пункту Сьюзи. Ну, пункт Сьюзи где? Чё, мало кого осталось вообще. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!